Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Урок номер 278. Lesson number 278 out of 366. И номер один у нас повторение. Повторение. And today we're going to review the verb встать. Yesterday we talked about вставать, imperfective. Today встать. Perfective, one-time action, finished action, встать, to wake up, to stand up, perfective, встать. We are going to conjugate this verb in past and future, perfective, we have perfective in past and future, no present for perfective, for a verb imperfective. Итак, masculine, он встал в семь. Он встал в семь. He woke up at seven. Встал. The action is finished, done. He woke up. Feminine. Она встала в пять. Она встала в пять. She woke up at five. Она встала в пять. Plural. Мы, вы, они встали. Мы. Вы, они встали, встали. We, you, they woke up or stand up в очередь. Очередь. This is an expression. Встать в очередь. To step in the queue. To step in line. To be in line after somebody. Мы, вы, они встали в очередь. So we, you, they stepped in the queue. Stepped in the line. So they are waiting in line or in queue. Хорошо, идем дальше. Now plural. Я встану рано. Я встану рано. I will wake up early. Я встану рано. Во сколько ты встанешь завтра? Во сколько ты встанешь завтра? Завтра. At what time will you wake up tomorrow? Во сколько ты встанешь завтра? Хорошо. Он, она встанет вовремя. Он or она встанет вовремя. Вовремя. He or she will wake up in time. Он, она встанет вовремя. Plural. Мы встанем поздно. Мы встанем. I hope I'm not getting sick. Мы встанем вовремя. We will wake up on time. Мы встанем вовремя. Мы встанем вовремя. Вовремя. Мы встанем вовремя. Ignore the ring. These are my neighbors. They don't have the keys from downstairs. Мы встанем вовремя. We will wake up in time. Хорошо, дальше. Вы встанете. Во сколько вы встанете завтра? Во сколько вы встанете? Встанете завтра. Завтра. Во сколько вы встанете завтра? At what time will you wake up tomorrow? Во сколько вы встанете? Future perfective. At what time will you do this one-time action tomorrow? Хорошо. And the last one is они встанут утром и пойдут на работу. Они встанут. Утром и пойдут
На работу. На работу. На работу. Они встанут утром и пойдут на работу. They will wake up in the morning and they will go to work. Хорошо. Дальше. Номер два у нас глаголы. Verbs. Один. Here we will talk about today's verb in imperfective. Verbs again, because verbs are so important in a language. We can speak without verbs, right? Глаголы. Итак, imperfective. Today's verb is раздеться. 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 To lose your clothes, to undress, to get naked. Раздеться. Imperfective. Раздеться. Okay, so let's conjugate it. Я уже раздеваюсь. Я уже раздеваюсь. Деваюсь. Я уже раздеваюсь. I'm already undressing. I'm already getting my clothes off, right? Раздеваться. Undress, yeah, undress, strip, on clothes. Я уже раздеваюсь. I'm doing it right now, so imperfective, of course. Хорошо. Ты раздеваешься до трусов? Ты раздеваешься? Раздеваешься. Ты раздеваешься до трусов? Трусов. Ты раздеваешься до трусов. Are you undressing till your pants? So, will you leave all your clothes and you will remain in your pants? Ты раздеваешься до трусов. Ты раздеваешься до трусов. Дальше. Он, она раздевается. He, she undresses. Перед камерой. Он or она раздевается, раздевается, раздевается перед камерой, камерой. He or she is undressing, is undressing in front of a camera. Он, она раздевается перед камерой. Хорошо. Дальше. Plural. Мы раздеваемся на берегу. Мы раздеваемся. Мы раздеваемся на берегу. На берегу. Мы раздеваемся на берегу. We are undressing on the shore. So before getting into water, we are undressing. Мы раздеваемся на берегу. On the beach or on the shore. Мы раздеваемся на берегу. Дальше. Вы раздеваетесь. Вы раздеваетесь перед зеркалом. Вы раздеваетесь. Вы раздеваетесь перед зеркалом. Зеркалом. Вы раздеваетесь перед зеркалом. Are you undressing in front of a mirror? Вы раздеваетесь перед зеркалом. And the last one is актеры раздеваются во время спектакля. Актеры. Актеры раздеваются. Раздеваются во время. Во время спектакля. Спектакля. So actors are undressing during the show, during the spectacle, the theater show. Актеры раздеваются во время спектакля. Идем дальше. Номер три. Глаголы. Again, verbs. Глаголы. Два. In perfective aspect. One-time action. Finished action. So perfective is раздеться. Раздеться. To undress, раздеться. We will have three conjugations here, masculine, feminine, and plural. Masculine, разделся. Разделся. Undressed,
разделся, undressed. Разделся, хорошо. Feminine, разделась, разделась, разделась. She undressed. And plural, разделись, разделись, разделись. We, you, they undressed. Разделись. Он разделся, he undressed, она разделась, she undressed, and они разделись, they undressed. Отлично. Например, я медленно разделся. Я медленно, медленно разделся, разделся. Or feminine, разделась. Я медленно разделся. I undressed slowly. Masculine, or if you are a woman, я медленно разделась. I undressed slowly. Feminine. Use this one. Разделась. Хорошо. Дальше. Ты разделся. Ты разделся в ванной. Ты разделся. Разделся. Or if you are asking a woman, ты разделась в ванной. Did you undress in the bathroom? Ты разделся, or разделась в ванной. Ты разделся, or разделась в ванной. Дальше. Он, она разделся, or разделась в темноте. Он, она разделся, разделся. Or feminine, разделась, for она. В темноте. Темноте. В темноте. He or she, undressed in the dark. Он, она разделся, or разделась, разделась в темноте. And plural, мы, вы, они, you, we, you, they, мы, вы, они, разделись и легли. Разделись и легли. We, you, they took undressed and lied down. And went to sleep or lied down. Хорошо. Номер 4. Idioms or sayings. Idioms, sayings. Idioms or sayings. And today's saying or an idiom is вредить здоровью. Вредить, вредить здоровью. Здоровью. Вредить здоровью. Вредить здоровью means to hurt your health. Вредить здоровью. Or harm your health, to harm your health, вредить здоровью, to harm your health. Например, ты вредишь своему здоровью, ты вредишь своему здоровью, здоровью. For example, if your friend is smoking, you can say, ты вредишь своему здоровью. You harm your health. Ты вредишь своему здоровью. You harm your health. Ты вредишь своему здоровью. Дальше, номер 5, выражение. 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 And today's expression is поздравлять or поздравить. Поздравлять, поздравлять. Imperfective, perfective, поздравить. Поздравить. С праздником. С праздником. С праздником. Поздравляйте или поздравить с праздником. Literally, it means to congratulate with a holiday.
with a celebration. Праздник can be a birthday, Christmas, New Year's Eve, Easter. Поздравить с праздником. To congratulate someone with this holiday. Например, поздравляю с праздником. Окей. Ты поздравил его с праздником? Ты поздравил? Поздравил его с праздником. С праздником. Did you congratulate him with this holiday? Did you call him? Did you send him a message? Ты поздравил его с праздником. Хорошо. Номер 6. Грамматика. Grammar. Грамматика. Отлично. And today we're going to talk about reflexive verbs. Reflexive verbs. Actually, about one verb that we are going to conjugate today, and this verb is reflexive. Reflexive verb in Russian is возвратные глаголы, reflexive verbs. And today we're going to talk about просыпаться. Просыпаться. Просыпаться, reflexive, to self, to wake up, to wake up yourself. Просыпаться. We are going to conjugate this verb in present. Я просыпаюсь рано. Я просыпаюсь. Я просыпаюсь рано. I wake up early. Я просыпаюсь. Reflexive verb. Я просыпаюсь. I wake up. Something like I wake up by myself. Я просыпаюсь рано. Дальше. Дальше. Во сколько ты просыпаешься? Во сколько ты просыпаешься? Просыпаешься. Во сколько ты просыпаешься? At what time do you wake up? Во сколько ты просыпаешься? Он, она просыпается поздно. Он or она просыпается, просыпается поздно. Поздно. He or she wakes up late. Он, она просыпается поздно. Мы просыпаемся в 6. Мы просыпаемся. Паемся. Шесть. We wake up at 6. Мы просыпаемся в 6. Вы просыпаетесь. You wake up. Вы просыпаетесь? Are you waking up? Вы просыпаетесь? Просыпаетесь. Вы просыпаетесь? So, you can't use a reflexive verb in a context when someone do something to someone. With the reflexive verb, you do it by yourself. You wake up yourself. Вы просыпаетесь? Are you waking up yourselves? Вы просыпаетесь? Они не просыпаются. Они не просыпаются. Просыпаются. Они не просыпаются. They are not waking up. Они не просыпаются. Они не просыпаются. They are not waking up. Отлично. Номер 7 у нас диалог. 7. Диалог. Диалог. Давайте начнем наш диалог. Алло, привет. Ты уже проснулся? Алло. Алло. Привет. Привет. Алло, привет. Ты уже проснулся? Проснулся. Алло, привет. Ты уже проснулся? Hello. Hey, hello. Did you wake up already? Ты уже проснулся?
ты уже проснулся. Давайте ответим. Let's answer. Я только что проснулся. Можно я перезвоню тебе позже? Я только что проснулся. Проснулся. Можно? Можно? Я перезвоню, перезвоню тебе позже. Позже. Я только что проснулся. I just woke up. Можно я перезвоню тебе позже? May I call you later? Можно я перезвоню тебе позже? И номер 8 у нас короткая история. A short story. История. Короткая история. И первое предложение. Я продавец. Я продавец. I'm a salesman or a saleswoman. Я продавец. Я продаю одежду и обувь. Я продаю одежду и обувь. Я продаю одежду и обувь. I sell clothes and shoes. Я продаю одежду и обувь. Я продаю одежду и обувь. Магазин, в котором я работаю, открывается в 9. Магазин, в котором the store in which. Магазин, в котором я работаю. Открывается. Магазин, в котором я работаю, открывается. The store in which I work opens, в котором я работаю, открывается в 9, at 9. So, магазин, в котором я работаю, открывается в 9. The store that I work in opens at 9. В 12 часов у меня перерыв на обед. В 12 часов у меня перерыв на обед. At 12 I have a lunch break. В 12 часов у меня перерыв на обед. После работы я иду домой пешком. После работы я иду домой пешком. After work I go home by foot. I walk home. Хорошо, давайте еще раз прочитаем. Let's read it one more time and we are done for today. Я продавец. I'm a seller. Salesman. Saleswoman. Я продаю одежду и обувь. I sell what? Clothes. Accusative case. И обувь. Accusative will remain like that. We will not change anything here because обувь is feminine, ends in a soft sign. Магазин, в котором я работаю, the store in which I work, открывается в 9, opens at 9. Imperfective because it opens at 9 every day. В 12 часов у меня перерыв на обед. At 12 o'clock I have a lunch break. После работы я иду домой пешком. After work, after the word after, the noun will be in genitive case. So, работа became работы. После работы, after work. Я иду домой пешком. I walk home, or I go home by foot, literally. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Don't forget to like, to subscribe if you enjoy what I do. Please support my channel. You can become a member here on YouTube, or you can buy me a coffee. Find the link in the description box below. Спасибо большое. Целую вас. Чмоки-чмоки. Муа.